На въездах в трех районах Гагаузской автономии будут установлены посты местной полиции. Этот вопрос обсуждался на рабочем совещании исполнительного комитета Гагаузии в понедельник, 24 марта. Соответствующая инициатива властей автономии возникла в связи с многочисленными заявлениями граждан о безосновательных обысках автомобилей сотрудниками Национальной патрульной службы Молдовы. Также поступает информация о нахождении вооруженных экипажей полиции и спецподразделений в Вулканежском районе. Об этом в ходе совещания сообщил глава районной администрации Георгий Терзи. Глава автономии обратился к начальнику управления полиции Гагаузии Сергею Суходолу с тем, что подобные жалобы поступают и лично к нему. В субботу вечером мне позвонил господин Буйклы с Этулии и пожаловался, что какие-то автоматчики, полицейские машины, патрулары с автоматами остановили его. Покажите багажник. Он спрашивает, что я что-то нарушил. Не ваше дело, грубят, хамят. Я говорю, напишите жалобу, разберемся. Я просил, чтобы здесь на территории автономии не было никаких автоматчиков, никаких Рэмбо. Здесь не надо, потому что здесь своих Рэмбо хватает. И, пожалуйста, разберитесь, что там происходит. Мне поступает сигнал. Сергеевич, я открыто говорю. За одну пьянку берут 500 евро полиция патрулара. Я получаю такие сигналы. И люди просто так это не говорят. Ранее в адрес руководства автономии неоднократно направлялись жалобы автовладельцев на грубое обращение сотрудников патрульной службы Республики Молдова, поборы и отказ говорить на русском языке с жителями Гагаузии. В результате власти автономии вышли с инициативой начала совместной работы экипажей дорожной полиции с сотрудниками правоохранительных органов из Гагаузии. Однако данное предложение осталось без внимания, и сотрудники полиции, как и представители местных органов власти, до сих пор не извещаются о работе экипажей патрульной службы на территории автономии. Найдем мы возможность, как это зафиксировать. Мы тоже проводим эту работу. Эти наездники, которые приезжают сюда, чтобы заработать денег, нам не нужны. Нам нужен закон. Нам нужно соблюдение закона. Всеми гражданами. Башкан поручил первому замглавы автономии Валерию Яниогло подготовить законодательную инициативу о запрете проведения рейдов Национальной патрульной службы на территории автономии. Документ на рассмотрение будет направлен в Народное собрание Гагаузии.